защищать граждан, заботиться об их безопасности – одна из важнейших функций современного государства. Главные ценности на дороге остаются неизменными. Это человеческие жизни. В соответствии с международными стандартами, в России с 2015 года работает первая в мире система реагирования при авариях «Эра ГЛОНАСС», основанная на технологиях глобальной спутниковой навигации. Система «Эра ГЛОНАСС» технологически нейтральна и применима в любой стране мира. При серьезной аварии, когда пострадавшие оказываются неспособны самостоятельно вызвать помощь, в устройстве срабатывают специальные датчики и происходит автоматический вызов помощи. Также водитель может вызвать и вручную с помощью кнопки SOS. Услуга оперативной передачи информации о дорожно-транспортном происшествии в экстренные службы и их вызов на место ДТП являются бесплатными для граждан. Используя сигналы доступных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС или GPS, автомобиль определяет свое местоположение и передает в экстренные службы данные о происшествии. Для повышения надежности и зоны покрытия система способна передавать данные через крупнейшие российские сотовые сети. Она может передать сигнал о помощи из любой точки, где есть покрытие хотя бы одного из них. На обработку информации и передачу ее в экстренные оперативные службы в системе уходит не более 20 секунд. С 2017 года, в соответствии с требованиями технического регламента, в России все новые транспортные средства оснащаются системой «Эра ГЛОНАСС». Успешно реализованное решение «Эра ГЛОНАСС» может быть применимо и на других видах транспорта. Например, в малой авиации и на маломерных судах. Сегодня на основе инфраструктуры российской системы «Эра ГЛОНАСС» создаются новые сервисы для государства, бизнеса и частных пользователей. Для всех автомобилистов, в чьих машинах есть система «Эра ГЛОНАСС», доступна дополнительная коммерческая услуга «Помощь на дороге». «Эра ГЛОНАСС» помогает решить задачи корпоративного сегмента, позволяющие осуществлять мониторинг и контроль пассажирских и грузовых перевозок. Другие государства также работают над созданием и развитием своих аналогичных систем. В Республике Казахстан в январе 2019 года была запущена система ЭВАК. В странах Евросоюза с 2018 года началось развертывание аналогичных национальных систем ИКОЛ. Интеграция всех систем и создание единого евразийского пространства безопасности позволит оказывать оперативную помощь людям, попавшим в аварию, независимо от того, в какой стране произошло ДТП. На базе системы «Эра ГЛОНАСС» акционерное общество «ГЛОНАСС» каждый день создает и развивает доступные высокотехнологичные сервисы в области навигации и связи, чтобы сделать жизнь каждого человека более безопасной, комфортной и интересной.